Кому из молодых людей можно доверить будущее района? Вопрос далеко не праздный для руководства муниципалитета. Уже много лет подряд этот туристический слет, на который собирается до тысячи молодых щелковцев и где с молодыми людьми знакомятся люди старшего поколения, так и называют слетом активной молодежи. Каждый год, несмотря ни на какие обстоятельства, проводим этот туристический слет. Здесь зарождаются семьи. После этого рождаются дети. Детей приводят на этот туристический слет. Название «Слет активной молодежи» ко многому обязывает и организаторов, и участников. Последним в течение 3 суток предстояло показать многие свои умения. В первую очередь, как надо красиво отдыхать и одновременно загружать себя интеллектуально и физически. В играх, мастер-классах, специальных тренингах, творческих конкурсах, спортивных, командных и личных состязаниях. И обязательно, чтобы это было весело и радостно. Первое, что мы увидели, когда приехали на берег реки Вори, на поляну с шатрами-палатками, это был конкурс капитанов команд, и, как оказалось, в нем были и шуточные задания. В этом году слет посвящен году кино. Мы решили объединить две темы. Это День космонавтики и Год российского кино. Итак, мы снимаем фильм «Гагарин первый в космосе». Ну, легко скажу, но ворота в пустые не попал, к сожалению. Да. Так и думал, да, но разволновался, сильно ударил, ну, улетел. Сам этот слет нравится и мне, и, я думаю, всем ребятам, поэтому здесь так много молодежи, которая активно участвует во всех видах спорта. Около 150 лучших из лучших молодых щелковцев, прошедших отбор районного туристического слета, будут приглашены 1 июля в Егорьевский район на базу отдыха «Любляны» для участия в областном молодежном форуме «Я гражданин Подмосковья». Андрей Цеходович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».